предпочитает отдыхать, отпуск проводить в Сибири, на Дальнем Востоке. Это похвально. Зачем ехать далеко? Зачем ехать далеко остальным жителям, людям в Сибири, своих аборигенов хватает? Ну, покапал, хватит. Что, в Шкоде руль с подогревом, что ли? Я-то обратил внимание, руль теплый. Я ничего не включал, ничего не трогал. Подумал, что нагревается от
этого от кондиционера, от отопителя. Теплый руль, я удивлен, мне очень нравится. Литров. Вот еще домики. Вот тут вроде обжитое место. А что ж не обжиться, если дорога такая? Все будет в России со временем, все. Лишь бы алчность некоторых типов помешала. Двухэтажная. Что это такое, не знаю. За населенный пункт. Ну а эти вот сарайки, наверное. Он показывает уверенный прием 100% мощности Авдеева. Это было Авдеева. Рыбная база. Вот хороший пример. Рыбная база, строительство идет. Что-то разрушают, сносят, что-то новое возводят. Поэтому здесь уверенная.
по Яндекс.Навигатору. Примерно пятая часть намеченного на сегодня маршрута пройдена. 162 километра от Медвежьегорска. 56 километров средняя скорость, расход 5,7. Это подъемы, наверное, сказывается. И запас хода 520 километров. Осень уже начинает на деревьях ставить отметины. Ну вот как можно не любить такую природу, такие дороги. И диванные аналитики. Поднимите свой зад от дивана, отъедьте от Москвы там или от города на небольшое расстояние. Что уверенная связь со спутниками, их 12 штук. Напомню, что Trend Vision с скоростной GPS-антенной ловит как ГЛОНАССовские спутники, наша система позиционирования, и пиндосовские. Thank you.
нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Так вот, в Архикаде рисуется домик. Он автоматически исправляет все ошибки и выдает проект, рабочие чертежи, уже готовые к реализации. Вопрос с материалом. Дорого стоит, например, из мощных из блоков строить, из бетонных блоков, то те, у кого руки растут оттуда, откуда надо, это может сделать сам. Есть европрессы, можно изготовить самим, можно купить. И вибропресс позволяет одному человеку, ну, в день, например, делать до 200 блоков. Если на дом требуется большее количество, там 1000, то, пожалуйста, за неделю можно изготовить блоки для несущих конструкций, для несущих стен. Таким же образом можно делать и межкомнатные перегородки, и фундамент. По сути, так вот прикидывал, пенсионер, ну, например, если нет проблем со здоровьем и находится в неплохой физической форме, то за лето вполне под силам развести каркас, фундамент, каркас и крышу. Блоки можно делать разноцветные, синие, зеленые, красные. Приспособление для кладки штакоблоков позволяет делать, чтобы стена была уже красивая и не требовала внешней отделки. Стеклянная проекта. Так. Информации об этом очень много в интернете. Просто надо забить в Ютубе или в Яндексе шлакоблоки. Бетонные блоки для дома своими руками. Естественно, нужен подвод электроэнергии к участку, необходимый запас воды или водопровод, или колодец. Ну и, естественно, цемент, щебенка, наполнитель. При определенной поддержке государства построить домик даже без внешних коммуникаций, а достаточно будет внутрь. Посмотреть так, что и туалет, и вода, все будет свое, непривозное. Такие дороги, ребята, почему бы не жить дальше? Да, временами есть колейность.
большие участки, но, к сожалению, есть. Ну, а поскольку, я думаю, Росавтодор ведет контроль, наблюдение за дорогой, то проблемные участки будут своевременно обнаружены и исправлены. Росавтодору нужно установить на автомобиле грузовиков, дальнобойщиков, видеокамеры, чтобы в онлайн-режиме могли наблюдать за состоянием дорог. Понимаю, что это стоит денег. Но это как один из вариантов, потому что не сможет руководство Росавтодора вести полный мониторинг всех дорог, сколько сотен тысяч километров, если не миллионов километров имеется на территории России. Съемные видеорегистраторы такого полустационарного вида, чтобы могли вести запись хотя бы в течение месяца. Через месяц записи не сдаются в аналитический отдел, и самая свежая информация у руководства на столе. Сказать, что руководство все это знает, но не может оно все это знать. Такие объемы, такая протяженность дорог, при всем желании. В аналитическом отделе, значит, группа, программа, которая будет за всем этим следить, за всем этим наблюдать. И тогда, я уверен, качество дорог будет еще выше. Дальнобойщики компании, которые занимаются грузоперевозками по России, с ними договор, чтобы они поставили видеорегистраторы, покатался месяц или недельку, или пару недель по России. Ну, по тем, он не может один дальнобойщик по всем дорогам проехать. Это нужно сотни. Автомобили оборудовать. Но оно того будет стоить. Во-первых, руководство будет знать реальную картинку. Не со слов заинтересованных исполнителей, а реальную картинку. Вот какие претензии вот к этой дороге? Ну нет претензий.
но это и безопасность дорожного движения. Колейность возникает не от маленьких автомобилей, даже с шипованной резиной зимой, да и летом, но от перегрузов, потому что процентов 70, даже по информации в интернете, автомобили идут к себе перегрузом. Водители платят дань на пункте весового контроля. Расстояние 200 километров от Медвежьегорска. Заправка Роснефти. Кафе называется «На углях». Хорошая площадка, асфальтированная. Уверенный прием мегафона. Уверенный прием Теле 2. Так, что он написал? Да, он с подогревом там идет. Так, это мне ответил Валентин. Руль с подогревом. Ну, сейчас подогрев подключился. Центр.
городе лужи, на трассе этого нет. Почему? Не знаю. Ой, Маликов тут баллотируется. Так, полбака бензина. Вообще можно было бы заехать на Роснефть, но ладно. Не получится на Роснефти. Буду искать другие заправки. Через 500 метров поверните налево. Ну вот в городе из-за нарушения технологии строительства улиц, дорог, скапливаются лужи, образуются лужи. Хотя на трассе, сколько проехали, этого не было. Все продается, пожалуйста. Стоянка асфальтированная, а не огромная, но на несколько фур легковых автомобилей хватит. Вот дела. Хода на 480 километров. Может быть, у Вытигры есть еще Роснефть. Сделали
на трассе шел неплохо, далеко было. Не мешало все равно. Я имею в виду фуру впереди. Ну вот сравните, какие сосны, деревья здесь с теми, которые были. Вчера проезжал, позавчера можно было видеть Карелии. Думаю, сравнение, разница очень большая. Тоже деревья начинают желтеть, березы.
вот смотрите, какая дорога здесь. Без луж, без ничего. И какая дорога в городе была. Среднюю скорость показывает 60 километров в час. Вот небольшой населенный пункт, уже лужи.
за бортом 10,5 градусов.
дорога чуть под углом, под наклоном. Молодцы строители, проектировщики. Чуть под наклоном, видите, да? Левая часть чуть повыше.